Тебе не нравится темнота? Итак, может быть, мне стоит включить свет? С возвращением, сладенький. Ты скучал по мне? Конечно, нет. Почему я такой маленький? Оу. Это просто случайность. На самом деле, это рассказывает, что это окно ужасно удобно. Почему ты так много жалуешься? Я не умею петь, я не умею танцевать. Все, что я делаю, это пытался сбалансировать ситуацию. Мои воспоминания, ваш опыт, твои страхи, ваши желания. Если действительно хочешь победить меня, то сначала победишь самого себя. Мне кажется, что вы любите клоунов, не так ли? Так что, может быть, это прекрасная возможность. Еще одно последнее. Не прикидывайся дурачком со мной. Мы оба знаем, что ты способен. Так что вперед и умрет снова и снова. Как мы начнем сегодняшнее интервью? Итак, я понимаю это как «да», если вы не против. Хорошо. Можете ли спросить меня, помните ли свое имя? Ваше имя. Вы не могли бы назвать свое имя? Да, Джейн, это твое имя, верно? Джейкоб, вы помните, почему вы были здесь? Ребенок найден был мертвым в лесу. Причина удушья. Его тело было найдено в мертвом реке. Полиция не узнала причину убийства. Похоже, мы наконец-то добились некоторого прогресса после третьей попытки. Ага, одну секунду, сэр Чикер. О нет, Чикер, нужно восстанавливать. Отключайте немедленно запись. Я отомщу за них, даже если придется стать монстром. Роуч Файлс. Клоунская педофобия.